Учитель из Усть-Майского района стала лауреатом именной стипендии премии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь». Награда нашла своего героя. Подробнее Елена Моисеева. Именная стипендия «Знанием победишь» учреждена первым президентом Республики Саха-Якутия в 2002 году. Одним из лауреатов именной стипендии в 2016 году стала Зинаида Яковлевна Пермякова, учитель изобразительного искусства и чертения Усть-Майской средней общеобразовательной школы. За годы школьной практики у Зинаиды Яковлевны сложилась своя система использования форм, методов, приемов, которая дает положительные высокие результаты в обучении и воспитании духовно-нравственных ценностей в семье и школе. В этом году я удостоилась премии первого президента Михаила Ефимовича Николаева «Знаниями победишь». В этом конкурсе было около 60 претендентов. Но я, конечно, очень рада, что попала в эту семерку. И, конечно, то, что вот мы добились вот такого высокого звания, конечно, это для нас большое подспорье и обязывает нас, конечно, это к дальнейшим нашим плодотворным работам. Зинаида Яковлевна является руководителем научно-исследовательского объединения учащихся «Поиск». Ученики пишут под ее руководством доклады по медицине, экологии, палеонтологии, археологии, фольклору и успешно участвуют на школьных, улусных, республиканских конференциях «Шаг в будущее». Учителя формируют будущее нашей республики. Якутяне являются примером всему миру, показывая талант, толерантность, силу воли. Усть-Майцы гордятся, что одним из них является наш учитель. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.